Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия болонских удилищ, народных, так сказать, удилищ, народной серии от компании Salma, называется Diamond MF, Medium MF, если быть точным, Balones Medium MF. Значит, серия насчитывает в себе три длины, это удилища 4, 5 и 6 метров. Удилища изготовлены из карбона 30 тонн. Комплектуется бланк кольцами СИК с вставками карбид кремния. Надежные колечки, недорогие, с металлическими лапками, достаточно такие вот, ну, не легенькие, да, ну, сами понимаете, и серия, в общем-то, бюджетная. Ее плюс и ее конек – это надежность. Это даже и второй конек – это ловля крупной рыбы. Значит, по катушкодержателю клип-ап. Простенький. Из минусов его, ну, скажем так, не такая точная фиксация, нет такой плавности и мягкости работы вот этого ползуночка, есть небольшие люфты. Это удилище каждое с защитным колпачком колец, ну, по большому счету, этот колпачок защищает только, наверное, кольца хлыста и больше ничего, в общем-то, да? Ну, тем не менее, колпачок есть. Дальше немаловажный момент. Это вот такая алюминиевая торцевая пробка, откручивающаяся с резиновой вставкой, с дырочкой для вентиляции. И, в общем-то, удилище снабжено вот такой неопреновой вставочкой, которая служит, в общем-то, для того, чтобы кольца не бились при складывании друг от друга и не травмировали вставки колец. По хлысту два скользящих колечка на хлысте, ну, для того, чтобы разгрузить и правильно распределить напряжение при нагрузке на хлыст и, соответственно, переходящее напряжение на второе колено. Значит, давайте тогда измеряем транспортную длину. Значит, транспортная длина у четверочки 125. У пятерки 128, 129, я бы даже сказал. И у шестерки 127. Измеряем диаметр. У четверочки диаметр рукояти вместе хвата 17. У пятерки 20,5. И у си 23. Так, вес взвешиваем. Так, четверка. Сто восемьдесят девять. 259 пятерка. И шестерка. 364. Ну, вес приличный. Но как бы зато и надежность, добротность, это тоже присутствует. Давайте раскладываем и смотрим строй. Итак, друзья, разложили. Константин Михайлович нам поможет в этом деле в плане нагрузки на удилище. Значит, смотрите, показываю вам на камеру, как выглядит наше оружие на рыбу. Значит, в руках лежит. Ну, я бы хотел полегче, если честно. Но, тем не менее, неплохо. Радует, что комель тонкий. Вот. Ну, по строю, сами видите, строй средний. Сейчас мы посмотрим, как оно вообще распределяет нагрузку. Ну, в общем, да, сразу дает на середину. Видите, то есть сразу рабочая тут же середина. Ну, вот. Ну и по напряжению, то есть крупного карпа, я бы сказал, тяжеловато она выведет. Ну, на карасика, на некрупного карпа четверочка вполне. Значит, пятерочка. Смотрим. Вот пятерочка, кстати говоря, в отличие от четверки, лежит в руках приятней. Да, вот я показываю, как я ее держу, видите. Да, приятнее, видите, она не такая уже, не так и колбастая, по большому счету. Хоть немножко есть, но не немножко есть, конечно, да, но не настолько, как вот четверка. То есть пятерка
мне здесь нравится в этой серии. И опять же, она, видите, не работает сразу же. Это легкая абсолютно нагрузка, тут же идет работа на второе колено. Поэтому имейте в виду, покупайте только в мультифиш, потому что если вдруг будет слом, то вы имеете возможность получить бесплатно запчасть. Об этом читайте в программе лояльности на сайте мультифиш. Видите, как нагрузка идет сразу же, тут же. Сейчас вот Константина Михайловича мы попросим чуть-чуть нагрузить, чуть поменьше. Да, и вот смотрите, он, я вот практически, смотрите, вот хлыст прямой, видите, прямой хлыст. И сразу второе колено нагружается. Вот это мне, честно говоря, ну, не очень нравится. То есть, дальше шестерка. Да, она уже в руках тяжеловатая. Тяжеловатая. Да, и, в общем-то, она в руках тоже лежит с балансом. У нее не все в порядке. В общем... Да, вот по виду, видите, как будто она не заваливает. Вот я смотрю, она вот ровная, да? Но в плане баланса оставляет желать лучшего, честно говоря. Ну и в плане веса, ощущений в руках тоже. Ну и здесь же скажу по реальным длинам. Да, это четверка 383 по фактической длине, да? Пятерка это 487, шестерка 575 сантиметров. Ну, кто еще не знает, что... То, что написано на бланке, там 5 метров или 6 метров, это совсем не значит, что она столько реальную фактическую длину имеет. Как правило, она имеет всегда длину меньше. И для шестерки, в принципе, минус 25 сантиметров, ну, это серьезно. И при этом еще вот такая вот, ну, откровенно, не очень хороший баланс, поэтому, скажем так, вопрос по шестерочке. Господа, посмотрели, сформировывайте свое мнение. Да, вы все видели, серия... Бюджетненькая, но главное, как я сказал в начале, ее плюс, он один, это надежность. А второй плюс, скажу вам, сейчас это возможность бесплатного получения запасных частей на все удилища, купленные в магазине «Мультифиш». Подписчики минимум на три соцсети, Telegram, ВКонтакте, YouTube, имеют право на получение этих запчастей до 2 штук в год в период действия акции. Второй момент, даже третий уже по счету, это бессрочная гарантия на заводской брак, которую предоставляет наш магазин, на все удилища, точно так же купленные у нас. Ну и по чехольчику вам пару слов. Бюджетный чехол из непромокающего синтетического материала, в общем-то, фактически транспортировочный такой, с клапаном на липучке, прозрачный, я смотрю, на него практически все даже видно половину. Ну и по... шву тоже вроде как все в порядке, то есть я несколько штук просмотрел этих чехлов, но тоже шов и шов, в общем-то ничего нечего здесь сказать больше. На этом все, всего доброго, до новых встреч.